Всем доброе утро. Девочки, решила купить вот такой карельский пирог вишня с творогом в Ярче. Очень понравился пирожок. Подошла к кассе, продавщица говорит, а вы у нас покупали? Я говорю, ну, конечно. Нет, из другого магазина принесла и вам. Вам продаю, чтобы заново купить. Вообще товар даже не знаю. Вот смотрите, творожный пирожок, здесь внутри получается вишня. Очень вкусный. Мне очень понравился. Он такой тяжеленький, мокренький. Так, это у нас творожок. Ну, вы поняли. А это суфле с малиной взяла. Ну, манго хуже намного. Вот я вам разломила, смотрите, есть даже немножко суфле, малинка. Но мне лично понравилось, не знаю. Кофе. И вот эти вот любимые конфетки. Попробуйте печенье с малиновым суфле. Очень вкусные. Прямо, знаете, как пироженки такие. Всем доброго утра. Девчонки, вот смотрите, с утра такая красота. Роза, она очень похожа на садовую. И кремовая. Я думала белая, но там оттеночек кремовый. Так что утро воскресное, прекрасное утро.